Живет на свете какая-нибудь девушка и думает такая, ну, типа, все парни козлы. И она так думает не потому, что она сумасшедшая, а потому, что у нее есть опыт. Ну, потому что было пару козлов там, да, которые с ней там нехорошо поступили. И прикол заключается в том, что у нее на эту тему, у нее на этом есть внимание, для нее это болезненно. Если перед ней вот так выстроить 100 мужчин, то она увидит козлов, потому что они ее интересуют, потому что они ее задевают как-то. То есть среди всех она выберет именно этих. Она, конечно, это не сделает как-то сознательно, да. Ну, что все остальные, они что, они обыкновенные и не опасные, как бы, да. А козлы как-то привлекают внимание. И она пойдет к этим козлам и получит еще немного опыта, убедиться в том, что они действительно все козлы. Да, и ей в голову не придет, что она из всех, у нее опыт был с одним или с двумя. А по поводу чего там те остальные люди, она же не знает.